сегодня сумасшедший день. Мы доехали на Ниагарские водопады. У меня батарея села, не было сил заряжать. Сегодня дурдом. Просто дурдом. Народу куча, это не сказать ничего. С той стороны негде пройти. С той стороны даже негде пройти. Со стороны водопадов. А вот, кстати, и водопад. Все ждут салют. На траве вот столько людей. Я показала сначала это. Я показала сначала с этой стороны. В общем, короче, одним словом, народу тонна, машин тонна, не проехать, все стоит. И по дороге уже была тонна людей. Мы 4 часа добирались сегодня. Ну, правда, сначала в музей, а потом уже дальше, но... Факт в том, что не проехать, стоянка наша обычная занята, и причем за деньги, хотя мы обычно бесплатно парковались. $30 паркинг. $30 паркинг, хотя мы уже поехали в жилые дома и там припарковались, но там немножко надо пройти пешком будет. Ну, в общем, короче, пока что упадем здесь, будем ждать салюты. Стой. Меня догонят. Мы попали на салют. Йоу! Ой, было сейчас, слышь. У тебя не видно, но когда было сейчас.
машины затор, жизнь кипит. Здесь